Премия «Престиж» проходит в регионе 13-й год подряд. Участники и победители – педагоги школы, учреждений дополнительного образования, творческие объединения и коллективы. Традиционно лучшие в номинациях получают статуэтку премии «Хрустального дельфина» и средства на развитие достижений. Конечно, это праздник. Праздник не только для педагогов, но и для всего города. Потому что у нас участвует в общей сложности в этой премии более 200 учреждений. И, конечно, очень активны сегодня педагоги. Вот 94 номинанта было, только сама цифра, задуматься, 12 номинаций. Номинации различные. «Рукотворное чудо», «Территория творчества», «Искусство быть родителем», «Дирижер большого оркестра», «Современные технологии» и многие другие. Педагоги считают, что получение премии – дополнительный стимул к дальнейшим успехам и творческим вершинам. Мы, учители, как можем стимулировать? Вот только тем, что, чтобы его, ну, признали, увидели в городе, чтобы он мог поделиться своим опытом, чтобы он мог показать и себя, и посмотреть на других. Директор школы номер 62 Вера Давыдова получила приз в номинации «Наденьте это немедленно» за лучшую школьную форму. На сцене воспитанники учебного заведения показали модели современной одежды для учеников и подиумные немного фантастические наряды. Наверное, хотелось победить, потому что работа проделана большая, и самое главное, она действительно очень важная и интересная. И внутреннее содержание, оно отражается через внешнее восприятие любого человека. Наши дети очень красивые в школьной форме, наши дети очень разные, потому что право выбора школьной формы все-таки принадлежит каждому классу. По уровню организации развлекательной программы премия «Престиж» этого года может сравниться со столичными премиями. Красивые наряды педагогов, VIP-гости, хрустальные статуэтки и живые выступления маленьких звезд. Не хватало только ковровой дорожки. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.